на связи Эл Кабанский. Сегодня мы продолжим с вами проходить игру Project TG, и это 9-я часть, и сегодня нас ждет 9-я миссия, ракетная база. Надо сесть на поезд, ну, главное, что не на бутылку. Jones, I've been thinking this through. Прибор, on a train, being taken where? To who? Isn't that a strange way to transport someone? Yeah, if Proboy's that important, well, why not use air transport or military convoy? Exactly. Our mystery caller isn't so powerful. I really believe that we're dealing with a small group, possibly rogue army officers, perhaps political extremists, but they're in a rush. They need to see Proboy fast. He's important to them. Sure, but why? Well, he's the only link for most of them. They want to know how big a threat we pose. Otherwise, Proboy would be dead. Not on a train. You have to get Proboy back, gangster or not. He's a link from them to us. His train will be coming through the rail yard. It's used for decommissioned missiles. Jones, you have to get aboard that train. These are your objectives. First, penetrate the rail yard perimeter. When the train arrives, get onto the train. Remember, if there's a security alert, the train probably won't enter the base. We can't take that risk, so don't leave the alarms running. Get going, David. Good luck. Окей, так точно. Так, давайте изучим сразу, что у нас есть по целям. Три цели: войти на базу, отключить систему безопасности. Второе: проникнуть на хорошо охраняемую базу и сесть на поезд. Ну и последнее: уничтожить все сопротивление. Давайте изучим карту. Вот она, наша зона действий, очень большая. Заходить здесь можно, я так понимаю, с разных сторон. Где-то и здесь что-то можно найти. Может быть, даже там. Но нам на вступительном ролике явно показывали вот эту вот зону, поэтому будет наиболее рационально заходить из нее. Кстати, если по карте полетать, тут еще интересно, что вот эта дорога, она как бы идет, а потом просто разработчики, походу, решили не заморачиваться. Ну, типа, вот дорога и все. Могли бы хотя бы как-то обыграть, добавить в туннель, на мой взгляд. Ну да ладно, не будем цепляться. Так, что у нас тут по точкам? Здесь вот камеры, стоп. Ну, тут не перелезть через ограждение. Наверное, с этой стороны может и не зайти. Там, конечно, я не знаю, бегать базу — это реальное извращение. Но, по сути дела, один путь. Вот через вот этот вот мостик, который был показан. Так, по оружию. Что у нас есть? Есть у нас М16, причем с 5 подствольниками. Это круто. Есть у нас граната. Взрыв-пакет, так называемый. И даже аптеку нам дали. Вот это круто, кстати, на самом деле. Ладно, поехали. Могли бы нам дать снайперку, и мы начинаем на такой позиции. Блин, прям идеально было бы для начала игры со снайперкой здесь побегать. Но что есть, то есть. Кстати, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления. Ну и, конечно же, приятного просмотра. Не забывайте писать комментарии. В описании ссылочка на предыдущие 8 частей на максимальной сложности, которые я вам крайне настоятельно рекомендую посмотреть до или после просмотра сегодняшней серии. Так, там чувак стоит, ай. Тут попасть будет. Он спрятался за этой хреновиной. Вроде ему это не помогло. Мертв? Нет, нет, живой. А теперь нет. Хе-хе. Кстати, на эти вышки вроде как мы никак попасть не сможем. Они находятся за зоной действия. Фига себе текстуры. Ну ладно, не будем цепляться. Вот я пробовал еще вот так ради прикола пройти, но так не пройти, а то было слишком легко. И снайперки, те мы не заберем их, то есть них, с тех позиций мы не постреляем. Вот, еще один челик. Вроде отвалил. Прекрасно. Так, теперь тут надо подумать. Давайте изучим, что у нас есть. Мы видим, тут два челика стоит. Там снайпер, кстати. И туда, кстати, подняться можно. Значит, его мы заберем и получим доступ к снайперской винтовочке. Это круто. Так, что-нибудь еще мы здесь видим? Вроде нет. А, оп, челик ходит. Ну, давайте, наверное, потому что снайпер нас, по идее, должен простреливать. В будке я никого не вижу. А, нет, управление камерами слежения находится в здании у моста. Окей. Да, он уже по нам палит, однако. Чуваки жесткие. Наверное, надо бы снайпера тогда убрать. Надо быть очень аккуратным. А там что-нибудь есть? Пулеметный... пулемет стоит.
Да. Пока я там никого не вижу. Take. Оп. Ты шо? Ах ты ж сволочь! Ах ты ж сволочь! Ты мне... Вы посмотрите, сколько мне он хп оставил. Давайте я до этого места переиграю. Прикол в том, что этот снайпер, он какой-то очень ушлый. Мы только уходим, и сразу по нам скриптово стрелять начинает. И смотрит он только сюда. Я вот тут этого челика убил. Чуть слева где-то он прибегал. Ну, который внизу. В общем, у меня есть одна идея. Можем попробовать. Я не знаю, сколько это сработает. 130 метров. Довольно далеко. Ну, это так. Немножко не читерский способ, но... О! А он умер. Скажем так, не баг, а фичи. Ну а что, в реальности с такой дистанции МК, я думаю, она могла бы достать в принципе. Управление... А, ну да, это мы читали. Блин, это максимальная сложность игры. Я смотрел прохождение этого уровня. Человек тоже вот такое же начало было. Тоже здесь заходил, тоже за ящиками пробегал. Он один раз по нему попал, где-то процентов 10 снял ему снайпер. Нам оставил где-то процентов 10. Ну 20, может, ладно. То есть, понимаете... что на такой сложности играть это что-то с чем-то. Так, вроде они нас не палят. Тут два челика ходят, это мы заметили. О, там еще стоит челик. К лицом к нам. Да. Так что вот эту фичу с биноклем можно использовать для прицеливания. Я не знаю, баг, фича, как это... Пипец. Не знаю, как это назвать правильно. Баг или фича, напишите в комментарии, будет ли это баг или фича. На мой взгляд, ну как бы точка прицеливания. Просто вот, ну в реальности, вот ты чуть-чуть влево, чуть вправо, все, у тебя сбивается это. А что мы у него подобрали-то? С чем ты был, челик? Какое оружие? О, глок. Ну, прикольно, конечно, но... Ну... Я даже... Короче, не будем возвращаться. Можно, конечно, так пострелять, у Ишки прицел будет нормальный, если он встанет за пулемет, у нас не будет. Я думаю, лучше вас убрать. Еще тревогу поднимется ненароком. Так, ну... Давайте сюда сразу наверх. Заберем снайперку и немножко расчистим местность. А тут, видите, ходят всякие челики, еще захотят нас убить. И что-то вас много тут. Так, снайперка. Где моя снайперка? Ну, она как бы не моя, она была того челика, но по правам собственности, можно сказать, право собственности перешло к нам. У человека прекратилась правосубъектность, и в силу этого возникла новая правосубъектность ввиду овладения оружием. Чего? А что, юридическое обоснование очень грамотное. Ну, мы не говорим про то, что убийство, вторжение на военную базу и прочее, это преступление. И... Хотя вообще не пойми, кто тут у нас тут. Какие-то террористы, экстремисты, официальная армия, но на официальную армию не похоже. В общем, что-то тут мутное возникает у нас. Сколько у меня патронов? Еще и патроны есть. Вот эти челики тут ходят, еще и пулемет там. Интересно, в этой игре убийство одной пули двоих, оно работает? А давайте проверим. Надеюсь, не облажаюсь сейчас. Не сработало. Мы их убрали. Так, ладно. Вроде бы ничего нового не вижу. Плюс у нас остались патроны. Патроны тратить не будем, снайперки. Так, вот оно, это здание. Нам надо туда прорваться и отключить камеры. И если, как я понимаю, если мы отключаем камеры, то тревогу тут не запалит больше. Ну, не должны, по крайней мере. Так, а где это здание-то? Я вот что-то не... Я его не вижу визуально. За вот этой штуковиной, что? А, вот. А, такое маленькое. Так, тут надо быть очень осторожным. Здание явно будет не пустым. Я даже буду на шифте ходить. Yeah, like a ninja style. По идее, это должно и обнаружаемость понижать. Это официальный вход. У нас глушака нету. Далеко собрался? Ах ты ж... Те дамы... Эй, ю! Топ! Да...
Знаете, я уже не удивляюсь ничему в этой игре. Уже были подобного рода прецеденты, но, блин, как-то они бьют по балансу. Камеры слежения отключены. А написано, что отключены, то есть отключены вообще, ни на минуту, ни на две. Безопасно, не понабежали. Вроде нет. Так, хорошо. Там вроде еще челики могут быть, я туда не хочу лезть. А тут еще камера была, кстати. Так, хорошо. Дальше нам надо что? Цель 2. Хорошо, охраняем базу и сесть на поезд. Угу. Хорошо. Это вот это хорошо охраняемая база. Походу поезд подъедет туда. Вот это, кстати, вышка, с которой мы начинали уровень. Так, это интересно. Кстати, я починил микрофон, я дико извиняюсь. А вот и поезд, собственно. Я дико извиняюсь. В предыдущих частях некоторых был такой микрофон хреновый. Это с вебки микрофон был. Вот этот нормально почему-то отключился. Я это заметил не сразу. Только когда записал сколько-то серий. Так что если это вам доставило диска... Вы же отключались. Дискомфорт. Приносим свои извинения. Это случайно. О, челики бегут. Это скрипт, да? Я же тревогу не поднял. Так, дайте мне снайперку тогда. Пынь. Ай, все, нет снайперки. Они к поезду и побежали. Ну ладно, окей. Блин, так и хочется букву Т нажать, тепловизор. Это со времен... Ай, не та кнопка, не склик. Со времен IG2. Там тепловизор есть. Что-то я там взорвал. Складистая! Это точно российский склад? Тут вроде как по сюжету что-то в России происходит. Складисты явно... Не на русском языке это... На, золотое это стрельни. Это он с дробаша палец с такой дистанции. Чувак охренел. Оба умерли вроде. Так. Что-то я там понасобирал. Поезд. Тут надо быть аккуратным. Тут есть охрана, очевидно. Мне, кстати, еще... Мне еще, кстати, аптека есть. Можем захилиться на всякий случай. Вот почему-то я смотрел разные видосики этого уровня, ну то, как проходит. Что-то как-то на аптеку никто не обращал внимания, что она у вас есть в принципе. Ну, как бы тут уж конец уровня сейчас должен быть, насколько я помню. Но мало ли сейчас что случится тут. Причуды всякие бывают. Сейчас выйдем, кто-нибудь нам бошку отстрелит. Шотгана в лобовую. Хоба, вантап. Хоба. А это я, кстати, не взрывал, она сама взорвалась, походу. Тут все за... А, кстати... А, нет, это не работает. Во второй части можно было звонок отстрелить... Звонок. Замок отстрелить, и вы спокойно входите в дверь, как будто ничего и не было. Вот я про что и говорил, собственно. Только он нас не убил, а мог. О, а что, прибой можно убить? Это прибой. Хе-хе. Но я не буду этого делать, эту миссию завалим. Хорошая работа, теперь проберись на поезд и убирайся отсюда. Да, я это уже сделал, Аня, спасибо, ты вовремя, конечно, среагировала. Честь и хвала, как говорится. Хотя, где так говорится? Ну, где так говорится? Он нашел прибой, и что-то уже тут приключается. Но это будет в следующей части, спасибо, что посмотрели сегодняшнее видео. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления. Не забудьте написать комментарий под этим видосиком. Увидимся с вами в следующих видео, наше с вами, старом добром консервативном канале. Всем пока.